Спросите у Ларисы, кто такая Клавдия Игнатьевна Кухсина. Она вам не скажет, комендант общежития. Она скажет, наш старший друг, или, еще ласковее, наша мама. Вот она, щедрость женского сердца. За строгим и сухим перечнем комендантских обязанностей человек увидел больше души людей и понял, что им надо. Помог ей в этом богатый жизненный опыт. В общежитии Калининградского целлюлозно-бумажного комбината номер 2 живет дружная семья. Радости и невзгоды делятся пополам. А она всегда такая, их мама. Скажет мало, но хорошо. И после разговора с ней на душе становится светло и радостно, как в праздник.